Два года в полной темноте стояло колесо обозрения в Сочи-парке. Но и Москва не сразу строилась. Зато теперь могу с уверенностью заявить, что ни в Таиланде, ни во Франции, нигде больше в России вы не встретите такого чуда. На колесе обозрения сделали то, что моментально приковывает внимание – современнейшую подсветку. Помимо того, что цвета супер яркие, так еще и зернистость диодов такая, что может выдавать самые невообразимые рисунки высочайшего разрешения. Более того, 5 раз вы здесь пройдете, и 5 раз изображение будет разным. Ну и, конечно, очереди не заставили себя долго ждать. Готовьтесь к очередям в 100 метров, чтобы на этом чуде прокатиться. Подписывайтесь на канал Sky Production и будьте в курсе того, что происходит в индустрии мировых развлечений. www.skyproduction.ru